Всем привет, дорогие друзья! Сегодня я пою новую песню Моргенштерна и этого Элджея. Не судите меня строго, у меня нет музыкального образования. Пою в первый раз, просто оцените, как я пою. Буду стараться. И цепь на мне, сыпь лавэ, сотка тысяч на бэк лвэ, сотни сук хотят ко мне, сотни сук хотят ко мне. Как дела, как дела, это новый кадиллак. Делать деньги, делать деньги, делать деньги, блять, вот так. 5000 в руках сапожки, пау-пау попал по точке. На мне ща две подружки, я висю как молодой Пушкин. Цепи висят на попе, копаем кэш лопатой, пока ты год прокапер, как там твоя зарплата? Эй, посмотри, два мульта на мне часы, три на шее, семь под жопой, мне чуть больше 20. Посмотри, посмотри, два мульта на мне часы, три на шее, семь под жопой, мне чуть больше 20. Эй, цепь на мне, сыпь лавэ, сотка тысяч на бэк лвэ, сотни сук хотят ко мне, сотни сук хотят ко мне. Как дела, как дела, это новый кадиллак. Делать деньги, делать деньги, делать деньги, блять, вот так. Дальше пошел, короче, припев Элджея, там очень сложные слова, я просто это не прочитаю, там они все не в рифму, короче. Я вот прочитал то, что пел Моргенштерн, короче. Всем спасибо, оценивайте, пишите, как вам, понравилась песня или нет. С вами был Дима, это вот мой первый опыт исполнения песни. Давайте, всем покедова.